was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side. Всем привет, и сегодня мы с вами будем заполнять ежедневник на август. Это последний месяц лета. Да, я тоже сама в шоке. Но, блин, от этого никуда не деться. Время все равно продолжает идти, и мы никак его не можем остановить, поэтому давайте не будем расстраиваться и попытаемся настроиться на позитивные мысли. На первой странице я пишу надпись «Август». Делаю это, конечно же, на английском языке, потому что это мой любимый язык. И, как обычно, мы делаем календарь. В прошлом месяце я пробовала вертикальный вариант календаря в виде такого кактуса. И, честно говоря, не могу сказать, что это плохой вариант. Нет, он, в принципе, очень даже неплохой, но я все-таки решила вернуться к стандартному виду, потому что чисто внешне мне этот вариант нравится больше, а по функциональности они особо ничем не отличаются. Наконец-то пришли мои наклейки с AliExpress, и я теперь хочу их везде просто наклеить. Они очень красивые, качественно так сделаны, и очень много ярких. Но это потому, что я просто заказала такой набор. А вообще очень советую, если найду ссылку и не забуду ее ставить, то она будет внизу в описании. Мы уже подошли к развороту с трекерами, и в этом месяце я решила сделать себе всего лишь 2 трекера, потому что я поняла то, что чем больше трекеров, тем меньше ты уделяешь им внимания, поэтому пускай их лучше будет меньше, но зато я буду реально следить за ними, и поэтому первый трекер — это Habit Tracker. Боже, что я сказала? Короче, трекер привычек, где у меня там записано всякое такое, типа чтение, там уборка и бла-бла-бла. И трекер здоровья — это то, насколько часто я выхожу дышать на улицу свежим воздухом, пью воду, занимаюсь спортом. И все в этом духе. Также там контроль питания тоже. В этом же трекере я решила не делать себе дневник питания, трекер питания и прочее, прочее. В общем, максимально упростила себе просто все, что только можно было. Я вот смотрю на этот розовый цвет и прям не могу налюбоваться. Мне настолько нравится, как он выглядит. Такой яркий, такой красочный. Прям настроение поднимается, серьезно. Я вообще на самом деле не знаю, какой у меня цвет сейчас самый любимый, потому что раньше всегда было что-то конкретное, а сейчас я как-то, не знаю, не могу определиться. Мне и фиолетовый нравится, и розовый, и голубой, и даже какие-то оттенки желтого. Так что да, я опять, кстати, впихнула сюда свои наклейки. У меня там шезлонг, ананас и еще какой-то цветочек. В общем, прям чил-чил. Но я не знаю, поеду ли я отдыхать в этом месяце. Но пускай мне хотя бы в ежедневнике будет релакс. Мы уже перешли к странице с туду-листом. И там у меня будет больше дел, чем вы видите сейчас. Просто я еще не до конца в своей голове все разложила. Но эта страница будет исписана полностью, я вам обещаю. Baby, all I wanna do is drive home to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown. Минутка творчества от Насти. Я вообще на самом деле не умею рисовать совсем. Ну, практически совсем. У меня
получается что-то, но как бы я вообще не художник ни разу, но очень восхищаюсь людьми, которые умеют красиво рисовать, и тоже хочу научиться. Но я не знаю, когда у меня будет время для этого, поэтому я решила, что нужно начинать сейчас, и для первого раза неплохо. Вот, смотрите, что у нас с вами получилось. Мне очень нравится. Получилось так простенько, но со вкусом и очень яркое. Яркое я люблю. Спасибо большое за просмотр. И мы с вами увидимся совсем скоро. Люблю, целую, пока.